И снова здравствуйте, дорогие дамы и господа, мальчики и девочки. И по традиции мы встречаемся в понедельник в прямом эфире. И, конечно же, самый первый важный вопрос: есть ли звук, хорошо ли меня слышно? Мне сейчас должны... О, отлично. Звук проверили, показали, все здорово. Итак, дорогие друзья, мы закончили работу первой недели, сегодня в 12 часов. Мы закрыли эту первую неделю и плавно перешли во вторую неделю 2024 года. Как правило, каждый понедельник у нас появляются какие-то дополнительные новости, которые выдаются порционно. И мы смеемся, но часто очень говорим так, что... специальные предложения в Tupperware появляются как вагончики, ну, как метро или электричка, кому что ближе, и не надо, ну, так скажем, сетовать и горевать, если вы пропустили какую-то акцию, обязательно придет следующий и следующий. Конечно, у нас есть печаль в этом месяце, заключается она в том, что буквально в первый момент, когда открыли номера января, закончились термосы по очень хорошей цене, но я думаю, что ничего страшного. Во-первых, мы верим в рождественское чудо, что могут найти, наш маркетинговый отдел может найти дополнительное количество, и мы снова сможем своим всем фанатам и клиентам предложить эти термосы, потому что термосы действительно замечательные, держат температуру превосходно, даже в такой мороз, как сейчас у нас за окном. Вот, и дальше вся программа остается в таком же виде, в котором вы ее можете видеть на нашем сайте. Вы можете полистать буклет либо в виртуальном формате, либо, если делали заказы до этого, то должны были получить с каждым заказом. Вы получаете текущую программу, конечно же, но и специальные предложения второй недели буквально практически вот в полном объеме стоят передо мной, плюс еще кое-что. Но я думаю, что самое интересное всегда бывает, это какой бонус есть для постоянных зарегистрированных клиентов. Если на прошлой неделе, в первую неделю быстрый старт был емкости One Touch, не могу сейчас вам их показать, но все равно эта акция уже закончилась, поэтому даже не буду дразнить тех, кто, может быть, только-только просыпается. И... Или забыла что-то? Ой, не знаю. Вот, и быстрый старт второй недели. Это мои любимые емкости, которые мы очень ласково называем робинзоны. Вот они выглядят таким образом. Это Ledus Capi Carbus. Это как бы емкости для хранения в холодильнике. Объем у них 1,5 литра нижняя. Вот такая вот емкость. И 650 миллилитров такая плоская для нарезки. Обычная цена у них, конечно, гораздо выше. И если у вас будет на второй неделе заказ на сумму от 160 до 200 евро, тогда вы покупаете этот комплект за 9,50, и если заказ у вас более чем 200 евро, то этот комплект вы покупаете за 6 евро. Почему они называются Робинзон? Я думаю, что те, кто давно играют в Tupperware, помнят и знают этот рассказ. А те, кто недавно к нам присоединился, я вам расскажу. Когда-то на одном из мероприятий Tupperware на большой вечеринке у девушек, которые знают и любят Tupperware, спросили, что бы вы взяли с собой на необитаемый остров, если бы случилось, ну, случились такие обстоятельства. Чао. И девушки в основной своей массе ответили, что взяли бы с собой вот этот вот Ledus Capi комплекс. Почему? Потому что это такие оптимально идеальные емкости для хранения продуктов, которые действительно помогают сохранить продукты на более долгое время. И еще, поскольку все наши холодильники, сумки, какие-то полки прямые углы имеют, да, не округленные, то, конечно же, прямоугольные емкости гораздо лучше в использовании и в хранении и в холодильнике, и в шкафчике, и где бы то ни было. Вот такая история, ну и их и прозвали робинзончики, вот мы так их ласково и называем. Прозрачные, они очень хорошие, пачка творога большая, наша любимая сюда хорошо встает, и в плоскую емкость отлично вся нарезка или лососинку, если вы покупаете небольшой кусок рыбы и сами научились ее солить, да, это гораздо выгоднее, то этот размерчик как раз вот для этих функций, для этих целей. Мне очень нравятся они, эти емкости, для...
как бы принцип открывания и закрывания. У них очень мягкая крышка. Пару лет назад у нас появились емкости очень похожие. Клир тоже. Вот сейчас, давайте даже дотянусь все-таки покажу. Надеюсь, микрофон не вылетит. Сейчас как быстрый старт, не так давно был этот комплект. Да, они прекрасны, потому что они более прозрачные. Но крышка открывается и закрывается легче и лучше у этой серии. Но опять-таки, кто в какой период родился, да, если вам первые, как бы первое изделие, это первое попалось, эта серия Clear, и вы к ней уже привыкли, вам и так хорошо. А если вы уже 25 лет используете робинзончики, тогда, конечно, вам привычнее робинзоны. В Tupperware очень сильную роль играет привычка. Да, вот привыкли к старому, например, измельчителю, чопперу, вам он лучше, быстрее вы с ним работаете. А кто-то, например, недавно влюбился в Tupperware, и тогда ему хорошо работать и жить с суперсоником. Так, это быстрый старт, это бонус, которым вы можете воспользоваться, сделав заказ на этой неделе, до следующего понедельника, до 10 утра желательно, да? И теперь, как специальное предложение, у нас есть три изделия, и образца у меня есть только два. Ну, давайте так, первое изделие очень давно не поступало в продажу, и его периодически спрашивают. Это вот такая квадратная коробка, объем ее 10 литров. По картинке очень сложно понять, потому что, опять-таки, сейчас покажу пример. По картинке, что вот эта емкость, что эта 10-литровая, будут выглядеть одинаково, потому что, ну, мы не можем масштабировать картинки на сайте. Но хорошо, везет тем, кто смотрит прямые эфиры, еще больше везет тем, кто иногда заходит к нам в офис и может вживую всю посуду посмотреть, потестировать и пощупать. И даже, кстати, иногда можно что-то и приготовить, если очень хочется. Вот, объем ее 10 литров, она очень устойчива и надежно, так скажем, стоит на любой поверхности. Крышка открывается очень мягко и хорошо. Это моя коробка из дома. Освободила и принесла. Я храню в таких емкостях елочные игрушки. Мне очень нравятся. И еще шерстяные вещи убираю на зиму. Все шерстяные варежки, шапки и все прочее, чтобы моль не пробралась. Я закрываю не вакуумные пакеты, потому что пакеты и вся система вакуумного хранения, да, хороша, но есть у нее минусы, и минус заключается в том, что вы в природу выбрасываете еще определенное количество одноразового пластика. Вот, конечно, когда много тупперware в доме, тогда можно себе позволить здесь хранить не пищевые продукты, но, конечно, вообще нужно использовать эту емкость для хранения пищевых продуктов. И когда, например, вы дома много готовите, может быть, под заказ что-то делаете, либо же у вас большая семья, и вы делаете заготовки, вам нужно много сахара, много муки, может быть, кому-то будет удобно использовать эту емкость для хранения кормов для животных. Вот все, что вам нужно сохранить и защитить от влаги, от сырости, от запахов, если, например, у вас ремонт дома, все, что нужно сохранить, какие продукты нужно сохранить на долгий срок, можно использовать для этих целей эту емкость. По логотипу вы можете понять, что это изделие очень старое, пресс-форма старая, но цвета сейчас немножечко меняются. У нас такие коробки были белого цвета, были белые с синим, и еще были малинового цвета. Сейчас будет такой лососевый цвет. Вот, цена этой емкости будет 39,90. Так, следующее предложение второй недели – это классика Tupperware. Это такой базовый комплект. Знаете, как есть базовый гардероб у модниц, капсульный гардероб у модниц, так и у Tupperware, если мы смотрим на кухню, на дом любого человека, то тоже у нас есть капсульный подбор
классических изделий. И среди этих изделий, конечно же, есть комплект компактных коробок для хранения сыпучих продуктов. Те, кто часто смотрит мои какие-то видеосюжеты, видеоролики, вы видите, что всегда за спиной есть изделия этой серии, и это классика, это база. И те люди, которые попали в Tupperware 25 лет назад, 20, 18, или как я 17 лет назад, например, те, конечно, любят эту серию, те к ней привыкли и, да, считают, что эта серия лучшая из возможного для хранения сыпучих продуктов, таких как крупы, например. Объемы, это будет продаваться комплектом, не поштучно, в комплекте 5 баночек, и объем будет 2,3 литра, вот такая. 1,7 литра, это чуть поменьше. Дальше 2 полулитровых, вот они. И одна емкость объемом 350 миллилитров. Но можно хранить, можно ставить в шкафчиках так, а можно же ставить, например, и вот так. При этом вы экономите пространство, потому что люди, когда заполняют свои шкафы, например, если продукты хранятся в обыкновенных оригинальных картонных коробках, то вот это все пространство не используется. Емкости Tupperware хороши тем, что вы можете более рационально использовать ваши шкафчики, тем самым освобождая место. Но плюс даже не в этом, а в том, что перекладывая, пересыпая продукты в такие классические емкости для хранения, вы увеличиваете срок хранения этих продуктов, не попадает опять-таки влага, не попадают неприятные запахи. Иногда случается, у меня, кстати, вот когда мы жили в предыдущей квартире нашей, у меня очень грамотно была сделана кухня, и вот здесь вот на рабочей поверхности был такой металлический алюминиевый ободочек. И если вдруг что-то случалось, ну вот я люблю, например, поставить вот так чайник, и фильтром фильтр заполняет чайник. И иногда случаются аварии, вода переливается. Либо же, например, разные вещи бывают, что-то вы разлили. А вот сейчас у меня в доме нет такого ободка. Когда мы делали кухню, почему-то сказали, что это невозможно. И случается такое, что вода начинает течь и попадает вот в выдвижные такие шкафы и попадает, естественно, на продукты, которые там находятся. Так вот, если продукты вот так вот в коробочках, то они, естественно, оказываются залиты этим молоком, которое с плиты, например, убежало, либо водой. Ну, иногда, такое редко, конечно, но случается. Вот, если, например, попадает жидкость сюда, то ваши крупы остаются целыми невредимыми. Дальше, следующий пунктик, почему, да, хорошо в таких емкостях все хранить, потому что есть такая боль сердечная у наших современных продуктов, это пищевая моль. То есть личинки этой пищевой моли, они уже заведомо есть в этих упаковках с крупами, а вот хозяйкам приходится с ними бороться. И если, например, вы принесли овсянку, манку, это такие самые перловка, да, это самые любимые крупы в этой пищевой моли, вы принесли, поставили просто в оригинальной упаковке или в пакетике, или прищепкой зажали, тогда эта пищевая моль идет дальше искать, что там еще у вас в ящичках повкуснее есть. Если вы ввели себе привычку и пересыпаете продукты в такие емкости, то, во-первых, вы уже через неделю видите, что эта крупа заражена личинками пищевой моли. То есть вы можете открыть, и вы увидите, потому что им не хватает как будто бы воздуха, и они пытаются выбраться... Простите. Они пытаются выбраться наружу, то есть ускоряется этот процесс преобразования, да, из личинки там в куколку, в бабочку и так далее, вы быстрее эту заразу увидите. И тогда вам придется выбросить содержимое только одной емкости, а не всего-всего вашего выдвижного, к сожалению, шкафчика. Такое часто случается, часто об этом мне девочки рассказывают, я сама помню, что это такое.
Тем самым вы бережете свои деньги, да, выбросить сейчас содержимое всего шкафчика с вашими запасами, ну, это дорогое удовольствие. Так, что еще? Еще, конечно же, ими удобно пользоваться, поскольку они прозрачное окошко имеют, можно приклеить наклейку, подписать. Удобно взять их из шкафчика, даже когда у вас шкафчики висят высоко. Они еще так сделаны, что под наклоном тоже, ну вот, когда достаете откуда-то сверху, да, они как бы фиксируются друг на дружке, и ну вот только под таким очень крутым углом они падают. А вот так вот достаете, и немножечко они держатся друг на дружке. Тоже это важно бывает. Дальше, конечно же, пластик пищевой, химически нейтральный полимер, который не реагирует с продуктами, которые его касаются. Это тоже, ну, как бы, казалось бы, это никто об этом не думает, но вы об этом подумаете, когда возьмете дешевую коробку из дешевого пластика, когда ваша манная крупа будет пахнуть токсичным каким-то, ну, вонючим пластиком. Это правда история из жизни, это правда так бывает, и это тоже важно. Дальше. Они легкие, в отличие от стеклянных, например. Если берете стеклянную какую-то емкость, и стеклянные еще, как правило, бывают круглые, очень неудобно, неэргономично. И если у вас рука влажная, например, вы готовите, либо чуть-чуть вспотела, либо там от пара, вы берете банку, и она может у вас выскользнуть. Такое тоже, это из моего опыта, у меня тоже это было. Банки были с такими бамбуковыми крышками, круглые. Ни в коем случае круглые не покупайте. Здесь эргономика, вам всегда удобно доставать. Ну и дальше здесь, конечно, хитрая крышка, это классика Tupperware. Крышка открывается с двух сторон. То есть маленькое отделение для использования продукта, а большое отверстие для пополнения продукта. И тем самым, ну вот здесь сейчас как бы я не могу вам показать, вы не увидите, но так бывает очень сильно заметно, когда, например, соль разную насыпали, то есть она там была какая-то, и вы купили еще и пополнили. Или манка бывает разных цветов, тогда видно, что действительно вы используете более старший по времени продукт. Если знаете, для чего это было сделано, тогда обращайте на это внимание. Кто этого не знает, то, конечно же, открывают большую и используют из большого окошка. Что еще важно? Важно, что эти емкости нужно закрывать вот так. Открыли, использовали, надо нажать раз в одно место и теперь еще вот сюда, чтобы крышка встала в свои пазы. Для чего нужно это делать? Во-первых, чтобы лучше хранился продукт, во-вторых, чтобы пищевая моль не пошла туда в гости никому. Если случилось такое, что вы обнаружили вашу крупу, зараженную пищевой молью, то вам нужно обязательно разобрать крышку, вот так вот надавливаете здесь на вот эти выступы, и крышка разбирается, и тогда вам нужно обязательно вымыть основательно эту крышку, чтобы пищевая моль не вернулась обратно в новый продукт, который вы сюда засыпаете. Что происходит, если этого хозяйки не знают? Яйца, пищевая моль откладывает яйца вот здесь тоже, и вы, да, поменяли продукт, все уксусом обязательно обработайте, и вы крышку вроде бы как сполоснули или посмотрели, что тут чисто, закрываете, и пищевая моль вот из этого потайного кармашка опять возвращается и ест уже новенькую партию крупы, которую вы ей туда насыпали. Точно так же, кстати говоря, сейчас не могу показать, но картофельный ящик, и бывает, что в картофельном ящике тоже какие-то мошки, эти дендрофилы летом, да, от влаги, от жары заводятся. И у картофельного ящика тоже обязательно нужно эту крышку полностью разобрать, такой же механизм там, и полностью ее нужно вымыть. Еще лучше вообще в посудомойке, чтоб уж наверняка, да. Так, сказала. В холодильнике, я не могу сказать, что эту серию можно использовать, ее можно использовать в холодильнике, но 25 лет назад, да, все использовали. Но сейчас у нас так много разновидностей разных емкостей, таких специальных, ну, таких более удобных, поэтому я бы сказала, что, ну, нет, давайте уже в этом веке не будем использовать это все для холодильника, есть более удобные. Так. Прозрачные, красивые. А еще очень важно, но эта серия
вечная, да, с ней ничего не происходит. Я, конечно, знаю, что мы все выросли со многими, я думаю, что те, кто меня смотрит, многие выросли и использовали для круп те самые латвийские, это вообще прибалтийские были емкости такие из алюминия, которые были сделаны, такие из тонкой жести. В горошек они были, красные, золотистым они были, и на всех языках, ну, на русском языке, и на странах балтийских, Латвия, Литва, Эстония, там было подписано, да, какой продукт там находится. Я думаю, что в каждом доме, практически в каждом доме, где была стиральная машинка Рига, радио ВЭФ, обязательно были эти баночки. У меня они даже в музее тоже есть, потому что у многих они вызывают ностальгию. Мы ими очень много пользовались. Вот, кстати, когда я говорю, что химически нейтральный материал, я тоже часто привожу в пример вот эти емкости. Они, эта жесть окисляла продукт. И часто бывало так, что берете муку или манку, или сейчас вообще у нас очень такие есть разные дорогие продукты, нежные, по которым сразу это будет видно. Например, жемчужная перловка или какая-то чечевица. И вот вы берете банку эту жестяную и видите, что оно аж серое по краям, потому что оно окислилось. И в итоге у вас шикарная там фокачча получается с кислым привкусом, потому что мука уже была окислена вот этим вот окисями, да, этого материала. Так, все. Я думаю, что все рассказала про этот комплект. Не сказала, наверное, цену. Цена будет 49,90. Вполне себе хорошее, нормальное предложение. Так, и последнее предложение. Это две чаши серии Флорида по 400 мл красивого салатового и такого рыжего цвета. На сайте, пожалуйста, перейдите после этого эфира, посмотрите это предложение. Я поставлю, наверное, еще и в комментариях к этому эфиру на Фейсбуке. На Ютубе нет такой возможности прикладывать фотографии, хотя иногда очень-очень хочется. Так, но чаша Флорида, я просто покажу, что чаша Флорида – это неправильный образец. Объем этой чаши, наверное, 1,5 литра, да, а в специальных предложениях они будут по 400 миллилитров, две штучки. И они больше будут как тарелочки по форме своей. Но крышечку вот могу вам показать, что эта крышечка у чаш Флорида, она такая довольно-таки гибкая, гофрированная, очень красивая. И как серии One Touch, как очень многие в топервары серии, она закрывается и открывается через центр. Либо косточкой, либо сильными большими пальцами, либо, если грязные руки или влажные руки, тогда можно локоточком нежно нажать, и вы ее откроете. Две таких чаши будут стоить 10,90. Уберу, потому что цвет неправильный. Ну и, пользуясь эфирным временем, я хотела еще обратить ваше внимание на, во-первых, на комплект комби-смартов, которые есть у нас в программе января. У нас не было образца, когда я представляла эту программу в декабре. Сейчас показываю вам, как выглядит то, что вы можете заказать. Это одна часть от большого комби-смарта. У него существуют еще составные другие части, когда верхний контейнер служит как бы крышкой для нижнего. Но в данном случае он будет только вот такой. Решеточка внутри сделана и придумана для того, чтобы вы могли здесь хранить лосось, рыбку какую-то, скумбрию, да, для того, чтобы снизу образовалась такая воздушная подушечка, и ваш продукт дольше сохранялся свежим и не портился. Объем этой части 1,5 литра. Давайте я уточню. Да, 1,5 литра. Хорошо использовать для чего угодно. В принципе, с решеткой можно использовать для разных видов нарезки, колбаски, рыбы. Без решетки или овощи, например, если какая-то овощная нарезка осталась, то тоже какой-то там, ну, сутки точно можно похоронить. Удобно, что прозрачная, и удобно во все пикник-сумки с собой тоже ставить. И крышечка у них поплотнее, чем у Робинзонов. И вторая его часть – это вот такой маленький комби-смартик. И здесь вы уже видите ту самую составную идею, когда верхний лоток служит крышкой для нижнего. Кстати, у кого есть эта серия комби-смарт, тот может себе
просто, ну, как бы у вас будет дополнительный комплект, дополнительная емкость. Вот, такой он малыш, очень удобно из холодильника достать одной рукой сразу два продукта, тоже и нарезка, и сыр, и все, что хотите, творог тоже здесь очень хорошо хранится. Знаете, она хороша, если у вас, если вы сами или супруг ваш, например, уходит на смену, ну, на работу берет с собой еду, и там на работе в холодильнике, например, что-то хранит, вот это удобно, и дома, конечно же, чтобы порядок был в холодильнике, чтобы все было на своем месте. Вот, цену не помню, цену посмотрите, пожалуйста, в программе, просто хотела обратить внимание на это изделие. И еще одно изделие, которое летом все мечтают приобрести со скидкой, и летом всегда все спрашивают, а когда будет скидка, когда будет в специальных предложениях центрифуга. Ну, я соглашусь, что центрифуга сейчас может быть не совсем своевременно для клиентов, но когда вы живете, уже привыкли жить с привычками тупперware на своих кухнях, тогда вы понимаете, что центрифуга – это всесезонное изделие, она нужна каждый день. Почему? Потому что сейчас все продукты нужно мыть обязательно. Я не буду страшилки, ужастики рассказывать. Я думаю, вы все умные люди, сами понимаете, как продукты попадают к нам домой, да, через что им приходится пройти. Поэтому мыть нужно все. Когда вы это помыли, отжать, просушить, тоже нужно все. Дальше мариновать, хранить, там, сервировать, подавать. Это тоже все нужно. И как бы... И как хороший продавец, я не должна была бы вам рассказывать, что центрифуга тупперware на самом деле очень мультифункциональное изделие, которое заменит вам около 10, даже иногда мы считали 15 изделий тупперware. Вам не нужны другие изделия, но некоторые изделия достаточно иметь одну центрифугу. И мне кажется, есть отдельный видеофильм про центрифугу, вы его можете послушать, потому что там действительно толковые, хорошие есть идеи. Я просто вам хочу еще раз объяснить, показать, что все, мир не такой, каким кажется, да, и когда там сыпал усмалтинетайс, это не только для лука, да, тогда и салату жавая тайс, и салату центрифуга, она не только салату центрифуга, а она даутсфункционалес истрадаемс, потому что... Пусть она стоит у вас на столешницах, и она будет вас выручать во многих вопросах. Смотрите, зелень сложно моется, да, и зелень, ягоды, особенно когда у вас ягоды с грядки или на рынке, и бывают, попадают частички земли, грибы, лисички там и прочее, особенно которые не искусственно выращенные на опилках, а которые действительно лесные, когда надо хорошенечко все промыть, и центрифуга прозрачная, да, она состоит из основной чаши, чаша с резиночкой, сито, крышка и основная крышка с механизмом. И когда вы моете любой продукт здесь, благодаря тому, что она прозрачная, вы видите, сколько еще песка, опилок там и всего прочего остается. Это очень важно, потому что если вы моете просто в дуршлаге под проточной водой, вы не видите, сколько еще песка осталось от этой клубники или от этих лисичек, например. То есть позволяет вам хорошо все вымыть. Мыть нужно не только зелень, ягоды, фрукты, овощи, но обязательно нужно мыть еще и мясо и субпродукты особенно. Мясо, например, если вы покупаете в разделанном виде, то бывают попадаются мелкие косточки, если это на рынке настоящее мясо. Если это уже фасованное мясо, то тоже в газовых упаковках они обработаны специальным веществом, которое тоже желательно смыть перед тем, как вы будете это своей семье готовить. Дальше нужно, когда вы все это промыли, нужно это просушить, и я как бы говорю всегда, что она очень эффективная, потому что для меня, ну, мне не нужно доказывать самой себе прелесть изделий тупперware, но люди начинают как бы понимать, о чем я говорю, начинают верить, когда, например, взяли центрифугу другого бренда и попробовали, что да, как будто бы салатная центрифуга визуально, но она неэффективна, она не работает. Салатная центрифуга тупперware действительно эффективна, действительно работает. И сейчас как бы камера моя не передаст, но
за 30 секунд она делает 50 оборотов. То есть она не делает, она разгоняется больше, чем один оборот. Да, я делаю здесь один оборот, а она делает 1,30% еще. Да? То есть коэффициент полезного действия у нее очень высокий. Она действительно позволяет отжимать досуха все продукты. И здесь такой маленький анекдот, но это правда история из жизни. Когда мы делали раньше презентации и большие собрания, тогда, конечно, этого фидбэка, да, обратной связи у нас было очень много. И я помню, как девушка удивилась, и не одна, кстати, она была, но она была первая, она удивилась, когда мы слили вот так вот все то, что отжалось, мы слили через это отверстие. И она удивилась, потому что она пользовалась какое-то время этой центрифугой, но она делала так, она придерживала продукт руками и тогда сливала эту лишнюю воду. Видите, ну, очень важно, очень нужно все-таки попадать на какие-то тренинги, мастер-классы, презентации. Так вот, центрифуга действительно шикарно сушит. Что касается этой крышки, то время от времени крышку нужно разбирать и нужно нажать вот так вот на центр, и она разбирается, и вы можете при помощи наших всех ёршиков ее хорошенечко вымыть, чтобы не завелась плесень от влаги, потому что бывает, как бы хорошо вам не казалось, что вы высушили, но туда попадают какие-то соки, мясо, рыбы, и ну, промывать ее нужно тщательно, многие не знают, что она разбирается. Дальше. В этой центрифуге, ну, не буду говорить, что в топпервары все продумано, все очень толково сделано, все настолько для людей, да, и эти отверстия, которые в сите вы видите, ну, во-первых, само сито сделано на ножках, так что вы можете им пользоваться как отдельной, например, корзиной для фруктов, корзиной для ягод. Симпатично она смотрится, особенно летом. Дальше у нее отверстие сделано так, что вода как бы направляется по таким направляющим каналам, вода направляется сразу вот как бы мимо этого сита. Бывают центрифуги, где просто водой блокируются эти отверстия, и оно не стряхивает. То есть вы салат вроде высушили, а все эти дырочки в воде. Здесь такого не будет, потому что отверстия сделаны определенным продуманным образом. Так, когда вы вымыли что-то, либо, например, это малина нежная, клубника нежная, тогда вы можете... или салатные листья, вы можете закрыть эту крышку и убрать в холодильник. То есть центрифуга позволит вам и хранить, опять-таки, с чудесами эти продукты. Сейчас скажу, вместо Вансмарта. Иногда тоже можно сюда положить какие-то ваши печенья или пряники, или то, что булочки какие-то вы сделали. Если не хотите, чтобы они обветрились, тоже закрываете, кладете сюда под крышкой вместо хлебницы. Пользуетесь этим изделием без холодильника. Тогда получается, что вот эта ваша выпечка, она лежит как бы ну, вот в этом сите, и есть циркуляция воздуха. Так, не могу сказать, ну, не на долгий срок, да, конечно же, не неделю, но как хлебницу тоже можно ее использовать. Вот так ее даже можно иногда и как тортницу использовать, когда у вас тортик какой-то небольшой, надо убрать, тортницы нет. Вот так, пумс, закрываете, ну, так, в принципе, с любой миской топпервары можно делать. Что еще сито позволяет вам хранить, позволяет вам очень здорово мариновать. Либо, когда вы замариновали мясо, тогда вы перекладываете сюда, весь маринад лишний стекает, и вы нанизываете там этот шашлык, и руки у вас не погружены в маринад. Так, очень хорошо с ее помощью панировать, тогда вся лишняя панировка обсыпается вниз, да, и у вас здесь ну, превосходная, равномерная получается, равномерная панировка. Дальше. Без сита это просто емкость тапервара, химически нейтральный полимер объемом 3,9 литра. То есть просто миска, почти 4 литра, но она даже лучше, чем любая наша миска, потому что у нее есть силиконовый ободок.
который вот так вот вынимается, и обязательно, когда новую домой приносите, не проигнорируйте этот момент, не выбросьте, пожалуйста, потому что прелесть этой чаши в том, что и в том, что она прозрачная, и в том, что она не скользит. Очень здорово. И еще третий плюс этой чаши заключается в том, что у нее низ по сантиметра на 2 матовый, для того, чтобы мы могли замешать что-нибудь в этой чашке, а дальше стеночки глянцевые, ну, тоже уже, наверное, все знаете и помните для чего. Единственное, и для теста эта чаша очень хороша, и классический тапперware рецепт дрожжевого теста здесь прекрасно получается, и крышка сама открывается, отстреливает в нужный момент, и даже удобно замешивать здесь тесто, потому что вот это вот выступ, на который ложится чаша, для того, чтобы центрифуга работала как центрифуга, да, она приподнята вот здесь вот по центру, и когда вы тесто замешиваете, если обычно в миске бывает это самое такое, ну, плохо вымешиваемое место, здесь там просто выступ, да, и с него скатывается мука и все ингредиенты по бокам, и легче и лучше вы можете замешать здесь тесто. Но есть предупреждение, опять-таки, из жизни, не надо блендером работать в этой миске, потому что блендером кто-то как-то поработал и полностью срезали вот этот вот... вот это место, и тогда пришлось человеку покупать отдельно чашу. Кстати говоря, отдельно чаша у нас на складе есть еще в каком-то количестве. Рекомендую иметь вот один комплект центрифугу, и второй комплект это просто отдельно миску, потому что когда начнете пользоваться, поймете, какая она вообще прелесть в вашем доме. Так, что еще нужно сказать? Сейчас, Провенсмарт сказала. А, размораживать прекрасно тоже, благодаря этому механизму всему, и ситу, креветки, ягоды, все что угодно, у вас получается нежная, щадящая разморозка, и это все стекает не в раковину, а вот в чашу. Если вы ягоды размораживаете, тогда этот сок можно использовать. Иногда можно и кипятком пролить, да, материал выдерживает 95 градусов, можно пролить кипятком, тогда креветки быстрее разморозятся. Уже не буду это проговаривать, но здесь часть функций, которые мы, часть целей, для которых мы используем сервофикс, здесь тоже можно попробовать сделать. Мы когда-то даже макароны варили, но ладно, давайте уже мы не настолько, да, ну, не настолько в спартанских условиях живем, поэтому макарон, не буду рассказывать про макароны, но расскажу, что клеймпуриево. Если у вас нет клеймпуриево, тогда вы можете взять это жидкое тесто, супчик, например, у вас там варится, центрифуга у вас как раз под рукой, быстро здесь замешали яйцо с мукой и щепотку куркумы добавили, и тогда используйте эту часть для того, чтобы приготовить такие мелкие-мелкие клёцки. Так, чаша прозрачна, да, это хорошо. Ну и в заключение я всегда рассказывала про центрифугу, что в ней чудесно можно стирать нижнее, деликатно стирать дорогое нижнее белье, либо колготки, либо вот то, что обычно не погружается в барабан стиральной машины. Ну, у кого поместится, конечно же, размер. Да, но бывает, например, для выступления ребенку что-то нужно быстро простирануть и хорошо-хорошо отжать. Либо колготки капроновые. Конечно, сейчас мы уже не живем в такое время, когда одни колготки были и все, да, но бывает, что шарфик какой-то или, не знаю, там что-то, вот какой-то аксессуар нужно нежно, деликатно простирнуть и отжать. Ну, я, конечно, не имею права вам рассказывать, что... Ну, для продуктов одна должна быть, для технических целей другая. Это вы сами, естественно, должны понимать, что если вы порошок здесь использовали, тогда, ну, Пасху уже не надо здесь делать, либо тогда надо хорошенько-хорошенько в 20 водах вымыть. Но рассказываю просто как идею для экстренного отжима чего-нибудь, можно использовать. Либо если вы вяжете, например, и вам нужно проверить, как пряжа себя ведет, то тоже можно нежно-нежно отжать это все. Так, какая-то еще у меня была здесь идея. Сейчас идея была очень хорошая. Так. Платье. Я стирала здесь платье, кстати.
И да, скорость хорошая, и отжимает она очень хорошо. Ну вот, дорогие друзья, просто хотелось обратить внимание на это изделие, потому что по картинке она за себя не говорит. Вы видите цену и думаете, божечки мои, как может изделие простое столько стоить? Вы видите название салата, центрифуга или там, ну, как бы срабатывает сразу, а мы салат не едим, мне не надо. Но на самом деле вы сюда загружаете эту пачку салата. И, кстати, очень хорошо, когда виноград, там, мандарины сейчас, все, что покрывается и обрабатывается специальными веществами, это нужно не просто помыть, а еще и хорошо просто замочить, хотя бы на часик оставить, чтобы оно постояло. Вот, и когда этот виноград вы там помыли, отжали, да, все хорошо, салатные листья в газовых упаковках тоже вы все это смыли, промыли хорошенечко. Кто-то добавляет еще какие-то средства специальные, кто-то немножко уксуса, соду добавляет. Да, помыли, отжали, затем вы сюда же перекидываете в эту чашу, быстро сюда песто, которое сделали в суперсонике, быстренько перемешали, там помидорки черри порезали ножницами, моцарелку порезали ножницами. И если это дачный вариант, или идете на террасу, или вообще как бы пока никто не видит, можно себе подать и в такой чаше. Или, ну хорошо, если хотите, тогда перекладывайте дальше. Я хочу вам просто дать идею, что это мультифункциональное изделие, которое очень-очень нужно в любом доме. Вот и все, дорогие друзья. Я сердечно благодарю вас за внимание, за сегодняшний эфир. Если есть у вас какие-то мысли, которыми вы хотите поделиться, пожалуйста, можете комментировать. Ну, программа у нас на вторую неделю выглядит вот так. И, конечно же, будем с нетерпением ждать новых встреч, новых новостей. И что же нам еще мир открытий чудных тапперware приготовит? Прощаюсь с вами. Будьте, пожалуйста, здоровы. Не мерзните, не болейте. До новых встреч. Пока-пока.